Вот, а сейчас мы поднимаемся в пол. И чуть другой приезд уже открывается нашим глазам. Угу. Не самый парадный, вот, но живой. В силу того, что очень такой. Эх-то. Да. Подъездики, бульдоги. Ну, смотри, опять берег. Можно здесь. Ремонт. Ну, ремонт это хорошо. То, что ремонтируют. Эти же дома тоже по своей сути. Они исторические. Что, нам наверх туда? Да. Ой, я счастлива. Ну, не знаю. Это все там, может, я еще не буду выключить? Я вдруг это пустить. Это не понял. Опять вон с эти ставни. Да? Значит, поднимаемся. Так, внутрь этих домиков. Во-первых, дом номер один. А? Исторический дом, но у исторического дома есть один минус. Давай шевелись. Хочу купить трехдверный шкаф, не разбор. Ага. Хоти дальше, да. Молча. То есть, вот это минус. Так. Вот туда. Ну иди. Так, или может это что-то брать тут такое просто? Или это хрен сверху? Хрен. О, нет, там табличка есть, пойдем табличку прочитаем. Вот мы видим. И вот. Буквально мы отошли 5-10 минут от того места, где были, да, площади, дворцы и все прочее. И вот уже совсем другой триест. Тоже исторический, но уже живой, в котором именно живут триесты. Так бы вот все это выглядит очень мило и интересно, но жить я здесь бы не хотел бы. Вот. Medieval Tower, средневековая башня, построена в 14 веку. Вот, значит, я использовал для обзора городских этих. Котенька. Так да, смотри, кисонька, видишь, ей даже. Да, вода вот у нее есть. Кормят, наверное. Кормят. Это блатной котяра. У него своя квартира. Своё лежало. То есть. А человек может туда проникнуть. Видишь, какие решетки широкие. Но кот-то можете удрать. Ну, это да. А поэтому одна решетка специально выпилена добродушным любителям котов, которые кормят кота. Ну, вот. А чтобы кормить, не нужно не выпиливать. Вон, что ты тут? Не положишь ему корм. Ладно, давай, куда дальше? Так что итальянцы не падают, они любят котлов. Они любят котлов, то есть, да. Дальше так, есть вариант два. Вниз или наверх, как ты думаешь? А мы же ради чего шли? Да, дамка сам дружка. Ну, как же мы можем вниз? У нас только один вариант. Вот. Это улица. Ага. Так мы же оттуда пришли. Вот здесь идет. А, ты. Фу, я подумала, ты вниз пошел. Это да. Мы идем. Виа де ля Сио 1. Угу. Больше, допустим, Виа де ля Сио. Ага, я уже видел Виа де ля Сио. Там еще есть, да? Есть два. Школа модерна. Что бы это значило? Коммуналы. Это не детский сад? Не вот мне тоже кажется, что черное что-то с детьми. Вот видите? Вот такой вот не самый обычный детский садик. Как приятно его сюда каждый день водить. Физкультура. Вот здесь всякие баранчины. Его, какие интересные. Да.
Люблю такие двери. Да. В Испании были всякие такие вот. Нет, здесь тоже, они другие эти тоже немножко. Да. Вот здесь тоже ремонтируются. Они прикольные тем, где они находятся, посмотри. Да. Значит, есть спрос, несмотря на массу минусов. О. Небось, дорогущий. Ой, вот еще одна. Тем временем. Мы все еще коротко поднимаемся. Да, казалось, что вчера будет поменьше. О, там будет. Вид. Хороший вид. Ради него мы, собственно, и решились на это. Смотри, уже. Уже вид. Да. Да. Ой. Так, пойдем. Да, всегда написано горка. Где горка? Вон. Горка. На Черикана. А может, сорка? Не знаю. Г, мне кажется. Горка. Да, всегда. Но это скорее горка, чем сорка. Да. Ну, это определенно горка. Ну. Зент. Почти финишная пена. Кстати, очень много ремонтов в этих домах. Да. И дождь пошел. Аква. Знаешь? А вот он. Да, вот там что. Ну, собственно говоря, ради этого не заперли. Пойдем туда. А вон там есть. Да. Проход. Можно было туда и на машине приехать, даже есть места. Ну? О, потому что она уличная. У них, наверное, уличная евро, наземная, это подземная два. Ну вот, добрались мы. Ой. Вершины горы, с которой можно посмотреть. Открыли. Посмотреть на город. Значит, на горе находится крепость Сан-Джусто. А, здесь только гвардия освобождения. Дилиберационе, я подозреваю. Памятник. Одним бойцам гвардии освобождения. Ага. Судя по всему, освобождались они от итальянцев. То есть от Австрии. Вот, и вот. Всему этих список. Вот. Всех, кто погиб. Конечно, это звучит немножко кощунственно, но список не особо большой. Раз, два, три. 5 следов и немножко памяти. Легионеры-волонтеры. Вот хорошо видно, кстати, что во всех городах на рельефе, да? Uh-huh. Вот, места мало, начинаем пихать высотки. Uh-huh. Особенно это было в Гибралтаре ярко выражено. И вот на фоне этих маленьких домиков, да, то есть... Эти высотки выглядят как не пришей, не присиди. Вот синяя, к примеру, там стоит. И бы еще пару таких прыщей тут стояло. То есть, ну, если вы хотите строить высотки, стройте их отдельно. Собирайте каким-то блоком. Вот там вот 5 штучек идет, по-моему. Я думаю, что они далеко не маленькие. Но они стоят отдельно, они вписываются. А вот сидя фигня на фоне красных черепичных крыш.
выглядит малость глупо. Угу. Ну что, пойдем дальше, посмотрим. Это тоже кусок крепости. Ладно, туда мы подойдем, потом пока подойдем к Кастелло де Сан Джусто. Вот здесь можно правда залезть, это явно для нас. Мы же не ищем легких путей, правильно? Нет, я не там дойду, там, по-моему, будет обзорная площадка повыше. Ну, пошли. Вот, значит, замок Сан-Джусто, ради которого, собственно говоря, мы ползли на двор. Есть армуры, оружейная, которая работает с октября по март, вот это зимнее время, с 10 до 5. А с 1.10 по 31.03 с 10 до 17. А в летнее время до 7. Ну, собственно говоря, вот. Заходим. Значит, вход в оружейную платную. В оружейную мы не пойдем. По причине того, что... Настолько интересно. Нет, она может быть... Я смеюсь, что она будет настолько интересна, как те оружейные, которых мы видели уже. Ну, да. После оружейные... Тауэр, скажем так, меня это все меркнет. Да, то есть не то, что сколько там это денег стоит или еще что-то. Вот. Но факт, это что... вот там платить, да, нам? Да, там платное. Во-вторых, у нас особо и времени нет, по-моему, бродить, потому что нам еще сегодня надо вернуться в Хорватию и перевалу. С ремонтами горные в темноте. Да. Это тот еще путь. Очень же рано стемнеет. Это увеличено. Это именно два таких же деятеля с колоколом стоят на часах на центральной площади. Вот, собственно говоря. Вот она. Картина, да. Мишес, Мишес и Жашес. Это вот на английском из команды. Да, английский Майкл и Джеймс. Можно читать. И значит, вот их установили туда с часами. И можно посмотреть видео, сколько какими маленькими они кажутся с земли. А находясь, вот когда вы смотрите на башню, да, это две крохотные скульптурки. Когда вы стоите рядом, я боюсь, что если я туда залезу примериться под мужика, на меня осерчают. Но это где-то два с копейками добрых. Подожди, это же, значит, их архитектор Джузеппе Бруни, 1883, Аусто Астелло, значит, в 1876 году, а его в 1872 году, да, были заменены бронзовые копии. Вот эти простояли два чудика там, с 1873 по 1972, почти 100 лет. И вот сейчас их в память поставили вот в замке Сан-Джусто. Ага, поднимемся наверх. Мы не поднимемся наверх, к сожалению. Закрыто. Я думал, что оттуда можно будет посмотреть на город, но, увы и ах. Ну ладно. Ладно, покидаем. То есть, если кто-то хочет вооружение, может зайти в вооружение. Да, вот, то есть, ну, не особо. Ну, вот так. Ну, там стенки посмотреть, ну, да, эти вон. Нет, там есть плюс, что где-то можно будет забраться на стену, получить лучшую панораму города. Это единственное. То есть, ну, вот, скажем, если вы не хотите идти в вооружение, ну, решать вам, имеет ли смысл, вот, смотри, отсюда, вот, ну, вот так вот панорама там, да, лучше, да? И есть ли смысл идти? Надо... А вот, кстати, этот вот интересный. Да, да, да. Корабль. Да, он какой-то непонятный порт. Я говорю, такое впечатление, что он то ли покосившийся, то ли еще что-то. Может, действительно реально покосившийся? Он поврежденный. То, что у него зад темный. Может, он горела яхта? Ну, не. Ну, я говорю, ну как-то... Это форма очень... такая. Ну, тогда очень прикольная форма. Ну, большой, да. Оригинал я сделал. Но, с другой стороны, все, ну, обратят, ладно, внимание и скажут, какому же мудаку принадлежит такая странная яхта. Пойдемте посмотрим еще в ту сторону. В общем, если вы небольшой любитель оружейных, то вопрос... Отпадает сам собой. Нет, но у меня отпадает. Возникает вопрос. Кстати, очень аккуратно. Да. Опять колдобины. Тут можно зацепиться. Тут вопрос другого плана. Если вы добрались до Триеста, да, то есть... Да.
Значит, что делать треть? Ну и, кстати, мы не успеем туда. Есть еще пещера Гротта Гиганта рядом. Да. Тот, кто, ну, поскольку мы были в пещере Святого Михаила, то Гротта Гиганта, ну, не особо для нас. Не представляет такой интерес. Ну, больше нет. Было бы интересно, но у нас просто тупо нет времени на это, да? А так бы мы съездили. Есть, есть что посмотреть. И можно покататься по округам. Вот, и поглядеть. Вот, собственно говоря, так выглядит. Тут можно не только топать, сюда можно подъезжать на машине. О чем я говорил, это часто стоит 1 еврик в час парковка. Uh-huh. Недорого. То есть, если вас не особо интересует жизнь простых итальянцев, так, здесь у нас машины ездят. Пойдем туда. С этой стороны можно будет как-то заползти, еще в замок нет, фиг. Посмотрели на двух мужичков, посмотрели на пушечку и все, и валить отсюда. Mm-hmm. Либо на кассу. Потому что он достаточно большой сейчас. Час 16. Нам еще надо что-то посмотреть. Если бы было бы лето, мы бы, я думаю, 100% сюда зашли. Mm-hmm. Ну, часика полтора погулять. Я не думаю, что он стоит особо дорого. Ну, так как в течение последних 2 лет посещенные мною были, нет, 3, возьмем 3 выглядит более внушительно. Мальборг, самый крупный сохранившийся замок крестоносцев в мире. Сигулдский замок просто посетился до кучи. Бауский замок просто посетился до кучи. Этот, потом Тракай, потом этот, Вавельский замок. Потом Братиславский град, потом, значит, 2 крепости в этой в Малаге, крепость Гибралтара, этот Альгамбра. Да. Альгамбра. И 100% еще каких-то так более мелких крепостей я еще забыл. То есть, вот условно говоря, глядя на это, да, то есть, я говорю, единственное, что меня может немножко расстраивать, то, что там вид красивый, а в остальном, как говорится, они меня сильно не впечатлят. Ну вот и, собственно говоря, будет сюда. Здесь сувениры. А, это, ой. Да. Кстати, вот это знаменитое. Господи, окно, да. Роза, да, окно, да. Роза. Угу. Это вот его церковь. Видишь, окно Роза. Она характерна. А туда можно идти? Нет.
отсвечивается. Хотел, да? Не знаю. Так, ну что, сюда пойдем? Я думаю, что мы выйдем, да. Смотри. Последние 30 примечательности. Елочки. Какие? Сильвестро. Театро Романо. Это мы уже были. Так. Ну, может, встать. Ничего себе вечер такой. Но. Так, вот тут еще не Мартина. Вот есть один большой плюс. Забирание на гору. Ты же потом идешь вниз. Потом ты идешь вниз. И смотришь на тех, кто еще только начинает свой путь. Но опять же, вот сейчас каждый может решить, есть ли ему смысл забираться на холм ради трех достопримечательностей. Значит, замок, чтобы попасть по снегу, попасть в билет, ходишь, что там есть, не там, но 100% есть в интернете куча фотографий. Потом, значит, Зелика Сандю, что мы показали, ну и театр. То, ну, что от него осталось. То, что от него осталось, да, то есть. Ну, может быть, конечно, найдутся фанаты монумента, павшим в борьбе за независимость Триеста людям. Но я говорю, еще раз скажу, что вот даже не столько с этим стрижать, сколько сам путь вот тоже вот, достаточно интересный и для нас необычный, да, нам интересно, как живут люди в разных странах, да, то есть вот это вот все домики, вот они такие вот, типа, да, то есть они явно, как они другие, то есть не потому что у них должно быть какое-то другое функциональное устройство, чем привычных нам дома, потому что они устроены в холмистой местности. Вот. А это не маяк вон там? Где? Да, да, маяк, так что-то чем не отличается. И когда ты вот... Так ведь, не добрались мы. Идешь вот такими вот... Сузуки. Вот, это, вот, как вот такие малышки, вот тут только так и кстати, кататься. Кстати, глядя на... Смотри. Да. В отличие от Испании, да, то есть я что обратил Крупа. Внимание, помнишь, по Валеорине когда были? Каждая вторая машина была поцарапанная. Да. То ли итальянцы ездят как-то, ну вот ладно, на карту, у меня такая Ромео чуть-чуть. Вот пять. Да, мятина. Да, но... Все какие махонькие, ну как все, на ну, подбор. Фиатики, да. Специально, да, да вот по таким. Потому что Фиат это итальянская фирма. Кстати, они не дешевые. Это же их точно. Это вон Вася. Вот. Да, а Фиаты, они далеко не дешевые. Они гораздо достаточно дорогие. Может быть, конечно, в Италии они имеют какие-то скидки по налогам или еще что-то, поэтому многие просто они патриоты. Но при таких размерах, например, вот смотри, вот стоит Кашкайчик. Да, то есть это поменьше, чем нас больше. На поле большого покажу. И вот так его надо сказать. Это более старый. А вот это маленького жужика, да? То есть ты его спешил вон, табуретка на колесе. Ну ладно, это смарт, это вот совсем. Кстати, с детским сиденьем. Обалдеть. Это как надо не любить своего ребенка, чтобы детское сиденье. То есть смарт пихает. То есть при аварии смарт превращается в блинчик. И, кстати, тоже, что вот забавно, то, что автопарк в Триесте, да? Вот на такой попробуй покатайся. Ну вот видишь, кто-то что катается. Может, он за Триестом живет. Но факт тот, что... Вот, вообще, это давно известно об итальянцах, но могут, да, то есть. Автопарк в Триесте, он такой достаточно старенький, да, то есть. Те же самые вот эти пятые, 500, они уже далеко не молодые. Вот, и то есть, вот вообще, в принципе, это старенькое. Вот то, что они не хотели, вот это тоже. Ну, короче, полно. Так, нам туда? Там порт, наверное, в той стороне, а? Театр Романа туда, ну давай, туда пойдем. Может, мы его запустили?
так. Нам в офисе есть мой дверь, покажет, мы не советуем, да? Вниз мы на... А, ну да, правильно. Значит, то, что... Они вообще машины многие, конечно, вообще полностью оптимистичны. Есть корыто, едет и нормально. Главное, чтобы ехала. Да. Они уже привыкли вот к такому вот. Еще и сюда чешут. Господи, здесь от них нет покоя. И еще много-много здесь мотороллеров этих, да, шутеров. Но по сравнению с другими частями Италии, их просто какое-то мизерное количество. Взять, например, там Милан, Рим, там просто их полчища. Вот это тебе там надо жить. Ты же их любишь. Я их обожаю. И вот что самое интересное, это до сюда. Значит, дорога была автомобильная. Ну, если кирпич только там висит. Зона милитар. Да. Что же это такое? То есть вот он доехал до сюда. И куда он делся? На своей машине? А, вот. Действительно. А что? Вот. А там нельзя было заезжать, там тоже кирпич, где мы сейчас шли. Нет, а сюда, вот он сюда поехал. Нет, вот а там нельзя. А он отсюда и туда уезжает, потому что иначе, вот, мы задавались вопросом. Вот смотри. Сейчас будет выезжать, вот он. Про эти маленькие дальше ему не... Они могут ехать туда, это односторонне, оттуда нельзя сюда. Да. Мы задавали вопросом, каким образом они к этим маленьким домикам подъезжают. Да, да, вот что? Они. Вот если тебе надо. Вот, да, вот что если. Это там? Это, ну, какая-то театр. А что это такое? Пожалуйста. Ну что, театр. Ну, какой-то радикал, а мультик театр. Да. Интересно. Да. Они вот. Едут наверх, а сверху вниз нет. Улочки. Вот. По этой улочке подъезжаешь к тыльной стороне тем домов, где мы жили там. И оттуда ты заносишь свой трехдверный шкафчик, и вот. И там есть даже парковка. Вот как оно. Ну да. По логике устроено там. Потому что, ну, неважно, это машины появились только сейчас. А если ты тут живешь? Вот, и ты вот там приезжаешь. С той стороны, может? Там есть как внутренний двор. Машинку поставить. Да, вот смотри, вот логика в чем. Вот идет квартал, да? Вот. Видишь, тут даже окошко открыто, там кто-то сидит. Поможет. Вот, и вот поэтому ты заезжаешь, и вот там как бы такой дворик. И вот они в этом дворике, вот он, вот они вот это как бы вот эта тыльная сторона этих домов. У каждого домов есть своя тыльная сторона. Вот что пишет. Ну тут вот вообще густо населенный дом.